Еще из новостей Королевского дворца. Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская, которую до последнего времени считали девушкой из народа, у нее обнаружились благородные корни. Среди предков Кейт действительно были шахтеры, дворники и даже заключенные. Однако исследование ученого из Австралии показало, что дальним родственникам Кейт приходится Уильям Петти Фицморис, первый маркиз Лансдаун, занимавший пост премьер-министра Великобритании в конце 18 века. Британское издательство, которое занимается изучением генеалогии аристократии, обещало учесть новые данные в своем следующем справочнике, который появится после того, как у Кейт родится ребенок.